14. Und du, warum зачем вы здесь? Захотелось войну поиграть. Идите домой, найдите другие игры. Кто вы такой? Что вам нужно? Мне нужен мой сын. Живы. Вы должны гордиться вашим сыном. Он подбил два танка. Sie sind jung. Вы молоды. An welcher Front haben Sie На каком фронте вы сражались? Ich hatte noch Я еще не имел чести. Es ist ihr Glück, Вам повезло, что вы до сих пор не побывали в настоящем бою. Отпарашьте детей по домам. Мы будем драться до последней капли крови. Что именно вы защищаете? Это же ловушка. Das ist eine Falle. Die Russen werden euch von zwei Русские атакуют с двух сторон. И отойти... Мы будем стрелять им в спину. Из чего? У нас есть зенитное орудие. Русские наступают несколькими армиями, с танками и тяжелой артиллерией. Вы думаете, что сможете задержать их хотя бы на 5 минут? Мы поклялись в этом фюреру. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Что, не понимаешь? Мы проиграли войну. Все кончено. Трус! Куда? Сейчас же. Если вы дождетесь здесь русских,